съемка. Извините, я тут просто слушалась на антиван, как обычно. Салям достар! Ребят, я по вам реально соскучилась. Я, конечно, понимаю, что невозможно скучиться по тем людям, которых я никогда, в принципе, в жизни не видела. Но именно потому, что я не снимаю реакции, именно поэтому всему вот этому какой-то шумихе вот такой, я реально соскучилась. Песня 91, просто на повторе, клипы, Yesky Tasky B, просто я сижу такая и, блин, вот вы только когда это увидели, что с вами происходит, когда я слушаю эту песню. Это реально не наиграно, нереально стоит у меня на повторе. И старые версии, там, песни Калай Карайсон, Кайта Дан и все остальные, я их тоже всегда переслушаю, потому что они нереальные просто, блин. Ребята растут, я этому очень, в принципе, рада. И, наконец-то, сегодня я снимаю, как уже всем обещала, вчера говорила об этом, 91, клип Баяуда, если правильно читаю, у меня исправьте, потому что с английским у меня плоховато все-таки. Слава богу, есть субтитры, чему я очень благодарна вообще, в принципе, каналу 91, потому что не все ставят субтитры, но именно вот этому, то, что 91, в принципе, это началось, и я этому прям вот просто безмерно, безумно рада. Поэтому начнем смотреть, и раз, два, три, поехали! Вот и заставка 91, она просто божественная, блин! Это баллада, или мне показалось? Офигеть! Офигеть, ребят! У него так голос поменялся. Не плачь, Вероника. Это нереально. Сейчас. Я не плачу, все нормально. Я бы не подумала, что я
буду плакать, что так расчувствуюсь над клипом, просто я... Ой, это нереально, ребят. Так. Неожиданно, серьезно, это очень неожиданно. Их новые образы, они прям вот... Бала, мальчик вырос, серьезно. Макная, мальчик вырос, я не могу ничего сказать. Голос Зака, он просто, знаете, уф, он такой... Я прям вот сижу, да, я прям... У него так стал тембр голоса, да, я в этом, честно, не разбираюсь, но у него он намного ниже стал, и ему так это найдет. Новые стили, новые образы у Алима, у Эйса, это, блин, офигеть просто. Я не могу, я до сих пор отхожу, я сейчас вспоминаю просто этот красный свитер, волосы, очки, потом Балу, вот Бала, да, в стиле Джокера, грубо говоря, да, или даже не Джокера, а вот недавно, да, у нас был какое-то кино, вот прям образы схожие. Насчет, кстати, Изи, да, сказать, в принципе, ничего не могу, но он всегда таким был, он именно неординарная внешность у него всегда была, и поэтому к Изи я к такому привыкла, в принципе. Но тут они совсем по-другому выглядят, и это как-то нереально. Это, я понимаю, они должны менять новые образы, это клево. Я, кстати, еще слышала то, что стилистом было Изи, и, блин, Изи, вот просто поклонюсь тебе в ноги при встрече, да, если такая возможность будет. У тебя хорошо получилось, он смог передать и стиль, и сама вот это вот, где снималось, да, получается, место, интерьер, все смогли полностью передать, и песня, в принципе, подходит. Мне все понравилось, я видела то, что, кстати, еще на сайте у них вот выложили, получается, также текст, первый раз, чтобы я вижу, что текст выкладывали под этим. Я, кстати, поняла, что Баяу переводится как медленный, да, если я не ошибаюсь. И как бы везде это слово упоминалось и делалось акцент на этом. Даже в переводе, когда я читала, там кавычки стояли на слове медленный. Это очень клево. То, что ты понимаешь, о чем песня, и ты понимаешь сам клип, и вообще и образы мальчиков, тут все, как вы знаете, взаимозаменяемо, и все прекрасно, хорошо подобрано. Это не всегда встретишь такое, чтобы, ну, смогли вот так вот соединить. Единственное, что вот я могла это видеть, это я могла видеть у Биг Бэнга, когда они сравнивают, просто говорю свое мнение, да. У Биг Бэнга тоже такие же клипы, когда могут быть такие просто сумасшедшие образы, да, и какая-нибудь такая обычная простая песня, которая, ну вот, запоминается. И им это шло, и 91 вот сейчас именно так же делают, что, в принципе, правильно. Потому что что-то такое, если было бы другое, ну, через пару месяцев, через пару дней уже забудется, и уже не будет такого ажиотажа. А тут каждый новый клип, новый образ, новый клип, новое какое-то музыкальное сопровождение, да, идет, там рэп уменьшается, становится побольше там такой, ну, мелодичности или так, или что-то такого. Поэтому я просто вот, я рада, что я познакомилась с этой группой, я уже как год Eagles, да, я просто рада, что я наткнулась на эту группу и начала, ну, про них вообще узнавать, про них что-то слышать, вступать в разные сообщества, общаться с фанатами самих Eagles. Мне пару раз скидывали фотографии, то, что они фоткались с 91, я просто тоже думаю, может быть, когда-нибудь я приеду в Казахстан, у меня тоже это получится сделать. Мне на самом деле очень понравилось, я просто благодарна вам, то, что вы просите у меня реакции, я вас, ребят, очень сильно люблю. Я не знаю, что еще можно здесь сказать, потому что клип реально нереальный, вот на самом деле так. Что-то новое, что-то просто, что вот за душу берет, и неохота вот оставить охоту вот тут у себя в душе и никуда не отпускать, пересматривать и пересматривать. С вами буду прощаться, спасибо, что вы меня смотрите, конечно же, поддерживайте за вашу всю любовь и доброту. Я учусь по чуть-чуть казахскому и хочу вам сказать «Мин синдерди жаксы керемин». Может быть, неправильно произношу, как так же, потому что у меня немножко произношение не так, как у вас. Поэтому, надеюсь, вы меня поняли, я вас очень сильно всех люблю, спасибо, что вы меня смотрите. Сау! So...